В Торопце озеро, и на той стороне озера находится храм Корсунской иконы Божией Матери. Это храм, в котором действительно оригинал иконы находился все время, пока вот его не забрали в музей. А рядом есть другой храм, но это уже музей в полном смысле слова, а не храм. Сейчас он не действует. А вот этот Корсунской, он красивый, хороший храм, и ждут возвращения иконы в него.